Оренбургский центр бокса принял участие в конкурсе национального проекта «Спорт – норма жизни» и выиграл федеральный грант в размере 3,5 миллионов рублей. На него были приобретены первоклассное оборудование и спортинвентарь. По большей части обновлена материальная база двух отделений – бокса и плавания. Администрация города Оренбурга является участником данного проекта. Министерство спорта Оренбургской области проводит такие гранты, конкурсные отборы. Город Оренбург постоянно участник. Мы ежегодно осваиваем спорт нормы жизни. Центр бокса функционирует 8 лет. За это время, помимо множества турниров, регулярно проходили тренировочные мероприятия областных и даже национальных сборных. Некоторое оборудование порядком поизносилось. И сейчас в 3 залах комплекса полностью заменены все боксерские снаряды. Приобретена масса других новинок. Закупили лапы для тренеров, боксерские груши. Также у нас есть еще отделение плавания. Мы, конечно, не забыли про наших пловцов, которые нам тоже хороший результат дают. С каждым годом материально-техническая база становится все лучше и лучше. Но это все благодаря нашим спортсменам и поддержке администрации города, министерства. В центре бокса на двух отделениях занимается около 300 детей. Это один из лучших комплексов Оренбуржья для подготовки боксеров. Воспитанники центра входят в различные областные сборные. Данила Шутов – участник первенства Европы. С недавних пор чемпион Приволжского федерального округа. Яна Мещерина неделю назад выиграла всероссийский турнир в Твери и выполнила норматив мастера спорта. Есть и более юные, перспективные спортсмены. Теперь для обычных тренировок в их распоряжении оборудование самых высоких стандартов. Анатолий Юденич, Игорь Бероев. Новости дня.